President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and Russian President Vladimir Putin have met at the Bacharov Ruche residence in Sochi. Уважаемые друзья, коллеги, мы очень рады вас видеть в России. Спасибо большое, что приняли наше приглашение. У нас много двусторонних вопросов и региональных. Слава Богу, что отношения у нас развиваются, причем развиваются по восходящей. Мы регулярно поддерживаем отношения и на нашем уровне, на уровне правительств. Развиваются экономические связи, гуманитарные. Ну и то, чего не было никогда, и по некоторым другим направлениям активно сотрудничаем. В общем, это элемент доверительности, который укрепляется постоянно в двусторонних контактах наших. И мы этому очень рады. Наверняка поговорим и по наболевшим, застарелым проблемам, касающимся карабахского урегулирования. В общем, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за приглашение. С удовольствием вновь посещаю Россию и рад возможности снова встретиться и пройтись по очень широкой повестке дня наших отношений. Как вы отметили, у нас наблюдается очень позитивная динамика, устойчивая, уже многолетняя позитивная динамика развития наших отношений. Мы это очень ценим и рассматриваем Россию как одного из наших основных партнеров на международной арене. Наше сотрудничество охватывает очень много сфер и политическое взаимодействие, хорошие результаты в экономической сфере, товарооборот растет и в прошлом году вырос, и в этом году видим рост, структура улучшается, взаимные инвестиции вкладываются уже в значительных объемах. Естественно, это придает новую динамику нашим отношениям. Мы вспоминаем в Азербайджане очень тепло ваш прошлогодний визит, который прошел очень успешно, и я думаю, что дал очень серьезный толчок развитию наших отношений. Мы настроены решительно наращивать потенциал сотрудничества, и, конечно же, вопрос региональной безопасности и стабильности в нашем регионе – те вопросы, которые всегда в нашей повестке дня. Также, конечно, мы обсудим вопрос урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, который уже слишком затянулся и требует своего решения. Еще раз спасибо за приглашение и за гостеприимство.